Почему секонды и винтажки — это охрененно? Я был в офигенном секонде и собрал 3 классных образа, а в конце оставляю название этого места. Во-первых, в них всегда можно найти кучу раритетных вещей, которых вы ни у кого никогда не встретите. Во-вторых, если научиться стилизовать вещи из секондов, то вы будете самым стильным, блин, человеком в городе, серьезно. Лично я обожаю людей с винтажным вайбом. Ну и в-третьих, разумеется, вы еще и экономите, потому что зачастую цены в секондах не особо-то и высокие. Ну и как и обещал название, очень вам советую заскочить к ребятам в Outlaw Store на Жуковского 2.